как Шитау встретил участников ультрамарафона на дистанции свыше 7,5 тысяч километров. Забег стартовал в Астане 24 апреля, а финишировать спортсмены планируют 25 мая в Актау. Как Шитау для спортсменов стал 13-м городом. Всего в марафоне принимает участие 5 бегунов. К сожалению, двое временно сошли с дистанции в связи с полученной травмой. Участники ультрамарафона – спортсмены, нацеленные на популяризацию здорового образа жизни, а также развитию внутреннего туризма. Обежать Казахстан за месяц – основная цель спортсменов. Участники забега не первый раз пробовали свои силы на длительные дистанции. Для Дмитрия Каптёля это уже 30-й марафон. Занимаюсь легкой атлетикой уже 20 лет. Начал заниматься в 2003 году. Ну, тоже спонтанно так вот начал по маленьким дистанциям бегать, 2-3 километра. И со временем как-то захотелось увеличивать дистанцию. И уже буквально через год я начал готовиться к своему первому ультрамарафону. И мне это очень нравится. Я люблю увеличивать дистанцию, то есть увеличивать километраж свой. Удовлетворение, какое-то счастье. То есть, когда ты прибегаешь на финиш, ты чувствуешь какое-то удовлетворение, счастье, ничем не сравнимое.